Здравствуйте, новости в эфире телеканала «Новороссия ТВ». В студии для вас работает Анастасия Ковалева и о главных событиях на сегодня. В Украине заявили о создании электромагнитного оружия. Небензи рассказал о подготовке боевиками и белыми касками провокаций в Сирии. США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с голландских высот. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 11 раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, под огнем украинских силовиков оказались район столичного аэропорта и село Спартак к северу от Донецка, поселок Гольмовский на севере Горловки, село Крутая Балка, расположенное вблизи Ясиноватой. Кроме того, вооруженные формирования Украины обстреляли южные села ДНР, Коминтерново, Октябрь и Саханку. В среду 27 марта в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. На повестку встречи были вынесены вопросы согласования и введения дополнительных мер контроля перемирия, погашения задолженности Киева по зарплате работникам компании «Вода Донбасса» и «Железной дороги», внедрение предложенного Международным комитетом Красного Креста механизма выплаты пенсии в регионе, обмена пленными, а также имплементации формулы Штайнмайера. Следующая встреча запланирована на 10 апреля. Нынешняя украинская власть готовит фальсификацию грядущих президентских выборов. Как стало известно изданию «Вести», технология под названием «Туннель» призвана помочь Петру Порошенко одержать победу в первом туре президентской гонки. Отмечается, что фактически технология представляет собой зашифрованный канал для передачи данных, который можно использовать для подмены цифр. В Украине заявили о создании электромагнитного оружия. Соответствующее сообщение опубликовала компания «Спецтехноэкспорт». Там отметили, что новое оружие сможет поражать военные радиоэлектронные средства, в том числе системы энергопитания и передачи данных. По данным спецтехноэкспорта, новое оружие создает мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя аппаратуру или препятствует ее функционированию. Отмечается, что электромагнитные боеприпасы можно размещать как на ракетных, так и на авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты. Примечательно, что военные эксперты все чаще высказывают мнение, что Украина за годы независимости полностью утратила возможность создавать эффективные системы вооружения. Кроме этого, Киев уже не раз уличался в попытках выдать старые советские разработки за новое оружие. Министерство иностранных дел России прокомментировало приговор Вильнюсского окружного суда, который признал виновными 67 граждан России по делу о событиях 13 января 1991 года. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, в ходе процесса были нарушены основополагающие принципы правосудия. В частности, проигнорированы свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц в тот трагический день. В МИД подчеркнули, что попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России. Напомним, что 27 марта Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. При этом сотрудников посольства России и российских журналистов на заседание суда не допустили. Израиль нанес авиаудары по промышленному району Шейх-Наджар в сирийском Алеппо. Об этом сообщил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джафари. Он подчеркнул, что атака была совершена в тот момент, когда по инициативе Дамаска началось заседание Совбеза ООН по голландским высотам. В тот момент, когда началось заседание Совета Безопасности, Израиль нанес удары по району Шейх-Наджар в Алеппо, это почти в 500 километрах от Голан. При этом Джафари отметил, что сирийские ПВО смогли отразить несколько ударов. Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза сообщил об очередной подготовке провокации с применением отравляющих веществ в Сирии. Серьезная обеспокоенность вызывает вновь поступающие сообщения о том, что боевики ХТШ при содействии пресловутых белокасочников готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ. При этом, по словам Небензи, террористы в Арабской Республике не прекращают провокационные вылазки против правительственных войск. Как сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, боевики группировки Хаят Тахрир аш-Шам рассредотачивают снаряды в тайниках в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Политический координатор постоянного представительства Соединенных Штатов при ООН Родни Хантер в ходе заседания в Совете Безопасности Всемирной Организации по ситуации вокруг голландских высот обратился с требованием к России оказать давление на Сирию с той целью, чтобы Дамаск вывел свои войска из указанного региона.
Россия должна оказать давление на сирийский режим, чтобы он немедленно вывел свои войска из зоны разъединения в Сирии. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голландскими высотами. В Кремле уже дали оценку решению главы Белого дома. «Еще один шаг Вашингтона в нарушении международного права», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что предстоящие в Украине президентские выборы пройдут успешно и власти страны продолжат проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией. Помпео также рассказал, что борьба с пагубным влиянием России является приоритетом бюджета США. Россия представляет собой угрозу, которая вышла за пределы внешней или военной агрессии и теперь же включает операции по влиянию, целью которых является Америка и страны Запада. Кроме того, госсекретарь заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ на действия России в Крыму и Азовском море. Я надеюсь, что на следующей неделе, когда мои коллеги по НАТО будут здесь, мы сможем объявить о новой серии мер, которые мы совместно предпримем, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе. Президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести военных из Венесуэлы. Комментируя обстановку в регионе, он заявил, что Россия должна убраться из страны. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на призыв Трампа напомнила, что ему стоит выполнять обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем давать советы России. Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США также свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу. Глава Международного комитета Софеда Константин Косачев также заявил, что Трамп пытается нагло вмешиваться в двусторонние отношения двух суверенных государств. Он подчеркнул, что Москва на законных основаниях развивает сотрудничество с Каракасом в военно-технической сфере. Парламент Великобритании не поддержал в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского Союза. Против Brexit без соглашения 12 апреля высказались 400 депутатов за 160. Кроме того, за инициативу вынести соглашение с Евросоюзом на всенародное голосование выступили 268 парламентариев против 295. Еще один популярный вариант – Brexit при сохранении членства Великобритании в таможенном союзе. За этот вариант проголосовали 264 парламентария против 272. По словам министра по делам Brexit Стивена Баркли, результаты голосования подтверждают, что соглашение с Брюсселем, предложенное премьером Терезой Мэй, наилучший вариант из возможных. В настоящее время парламентарии обсуждают дальнейшие планы. Наиболее популярные варианты могут вынести на повторное голосование в понедельник. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях Брексита, которую она предлагает. «Я готова уйти с этой работы раньше, чем намеревалась, чтобы сделать то, что правильно для нашей партии и страны». Она признала, что не располагает достаточной поддержкой парламентариев для утверждения предлагаемого документа по сделке о выходе Великобритании из ЕС. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и YouTube-канале Новороссии ТВ. Рекомендуем также подписаться на информационный канал ДНР-Лив Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Анастасия Ковалева. Оставайтесь с нами. Всего доброго. «29 марта в Луганске с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ожидается дождь со снегом. Плюс 6 днем, ночью минус 2. В Северодонецке тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Утро и день пройдут без осадков. Минус 1 ночью, днем плюс 8. В Волчевске пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Синоптики прогнозируют сильный дождь со снегом. Плюс 6 днем, ночью минус 2. В Мариуполе небо будет облачным, без осадков, днем плюс 7, ночью 0 градусов. В Славянске на протяжении всего дня небо покрыто облаками, вечером ожидается дождь, ночью минус 1, днем плюс 8. В Краматорске пасмурно, синоптики прогнозируют дождь, плюс 7 днем, ночью минус 1. В Янакии во весь день небо будет скрыто за облаками, во второй половине дня ожидается сильный дождь со снегом, ночью минус 2, днем плюс 6. В Горловке погода будет пасмурной, синоптики прогнозируют дождь со снегом, плюс 6 днем, ночью минус 2.
В этот день в Макеевке с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Возможен дождь. Температура ночью минус 2, днем плюс 6. В столице Донецкой Народной Республики небо будет пасмурным. Синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус 2.